Господа, я сейчас хотел бы напомнить вам кое-что из истории морского флота, славной истории морского флота российского во времена революции, которая погубила много прекрасных моряков и прекрасных кораблей. Вспомнить только одного адмирала Колчака, который был великим естествоиспытателем и географом, и бросил свое насиженное место в Америке, чтобы погибнуть в Омске от людей, которые, в общем, недостойны были рядом с ним стоять. Но я хочу рассказать о другом адмирале, царском, рассказать в песнях, но перед ним расскажу вам, о чем разговор. Было два адмирала, фамилия, сейчас я вам не скажу, вы сами найдете их в вашем любимом интернете. Один из них был царский адмирал, а второй брат служил у красных и был тоже в должности адмирала. Так вот, тот, кто служил царский адмирал, он вывел остатки Черноморского флота в Тунис. И там они остановились с семьями, со всеми, кто был с ними. Остановились несколько кораблей в Тунисе. Вот об этом стихотворение. Я петь его не буду, потому что нет еще музыки. Я прочитаю как стихотворение. Так вот, слушай. Последний царский адмирал привел эскадру в Бизерту, а смола кто-то в рупор прокричал: Тунис не будет за Иргут. А вы в кадетском корпусе, где жили, детей эскадренных учили, во всех флотах потом они служили. Да вот в Россию не пришли. Девчонки замуж за тунисца выходили, детей российскими растили, а корабли все гнили, гнили, пока ко дну оттечи не пошли. Суда растащат, продадут, сдадут металлодом, металлолом, а славу стащат, разотрут и спустят вместе с собственным дерьмом. Вот и вы себе представьте, весь этот бой в чаду случилось, что на Балтике в 15-м году наш эсминец Новик, пусть не грозен на вид, у германцев есть чем карту бить, их мощнее корабли, все равно башни пли, немчуру рыб заставим кормить. И в кромешном бою, коли нас не убьют, то врагов мы сумеем побить. Их корытом каюк, тот пылая бежит, а вот Янта на дне уж лежит. Ну и прочту, с чего это начиналось опять. Последний царский генерал-адмирал привел эскадру в Бизерту, а смола кто-то в руки рупор прокричал: Тунис для вас не будет за Иргут. Вот такой секунд. Никогда прежде его не